Вот туннель. А слева старая дорога. Вот я пошел влево. Вот она, старая дорога. Вот так вот древние кабардино-балкарцы, жители села Верхняя Балкария, соединялись с внешним миром. А внизу ущелье. Вон там далеко водичка шумит. Ну и что интересно, вдоль этой старой дороги проложена газовая труба, чтобы жители села Верхняя Балкария жарили шашлычки, используя современное топливо. Ну, дальше, наверное, не пойду. Вот такая вот гора. Столбик с электричеством. Все, вот там вот вдалеке наш автобус пошел назад. 18 декабря 2022 года по дороге в Верхнюю Балкарию. А вот, наверное, водичка у нас была. Удивительно, что снега нет. Внимание! Объект охраняется северокавказским филиалом в ГУП УО Минтранс России. И вот телефончик. Вот этот туннель. На резкость темно, на резкость не наводится. Вот он. Ну и граффити, как всегда. Ехать нам вот туда вот надо. Ветерок небольшой, но не холодно. Участок дороги не огражден барьерным ограждением. Сейчас поедем туда, посмотрим, что там.